Всем привет, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Seven Days to Die. Ну, как я и обещал, ребят, я построил, собственно, верстак. На самом деле, очень быстро довольно-таки я добыл все необходимые запчасти при помощи гаечного ключа. Тут у нас вокруг машин же много было, я всех разбирал, сбегал на крышу, разобрал кондиционер там, ну и все, в общем-то, набралось нужное количество. Вот у нас теперь есть замечательный верстак дома, наконец-таки. Я даже на нем тоже крафчу что-то, да, вот топор себе поставил, крафтится новый. Сейчас кирка будет готова, 300 качества по-прежнему. Но нам надо, как вы помните, 60 уровень добить, чтобы можно было 350 крафтить. Так, что у нас там? 72, 7, нормально все. Да, сбегал, подобывал ресурсы немножко. Ну, конечно, немного получилось, но сколько есть? 2600 дерева осталось. Переплавляю сразу в печке все необходимое. Тут камень переплавляю для будущего цемента, соответственно. Кстати говоря, еще бревен добавить, чтобы все это дело у нас не стояло на месте. На минуток на 10 так запихну еще. Пускай прожарится маленечко. Так, и нам бы неплохо крафтить тигели уже, на самом деле, начинать. Вот эти вот. Они крафтятся как раз-таки на верстаке. И крафтятся они, капец, там чуть не помню, не 20 минут. Я же офигел, когда увидел. Так, сейчас. Где он там? Вот. Тигель. 17 минут, короче, это жесть. Надо, короче, 10 запчастей вот этих механических частей, да? 1200 камня на один. Глины 900. И Forge Tyrona. Forge Tyrona... У меня есть, она крафтила уже чуть-чуть его. Так, у нас есть... Так, это наконечники для арбалета там сделал специально. Сейчас, кстати говоря, надо сразу давайте запихнем, наверное, в верстак тоже, чтобы крафтились стрелы. Не стрелы, эти болты. У нас 180 есть. Ну, пускай будет еще соточка скрафчена у нас, потому что ночь как бы близко, арбалетом будем пользоваться у нас, кстати говоря. Еще не очень привык я к ящикам, да, арбалет все нормально. Собрал я хантинг рифл, охотничье ружье, ну, такое из более-менее нормальных запчастей, которые у нас были. 295 качества, в принципе, оно получилось. И... Так, знаете, что еще хочу сделать? Я, наверное, сейчас все патроны, которые у нас есть. Болты, патроны именно, да. Так, это у нас запчасти получаются. Я все, что у нас готово, тоже к оружию переложу, чтобы мы сразу видели, сколько у нас и чего в наличии имеется. Во, так будет лучше, я думаю. Так, и нам что там еще нужно-то на эти, на кроссбоу, air и, как не, болт, на болты вот эти вот. Так, а ну и дерево нужно, да? Само собой дерево. Ладно, сейчас тоже верстак запихну тогда. Давайте, кроссбоу, вот. Соточку накрафтим, пускай здесь потихонечку тоже в верстаке крафтится. Так, отлично, кирка у нас есть новенькая, 300, замечательно. Все шикардосненько. Так, плайс, блин, тоже надо на 10 минут еще запихнуть. Я потихоньку так переплавляю, по 10 минуточек ставлю. Чтобы, знаете, ну, не всегда нагорело, даже когда переплавится, лучше уж добавить потом. Чтобы нам лишнее тепло тут не выделялось тоже. А то крику не так, что-то куча идет. Будет еще больше. Надо еще потом поставлю третью печку, тоже камни буду, наверное, переплавлять в ней, чтобы цементик делать. Потом поставим там где-нибудь бетономешалку с вами. Да еще, на самом деле, еще один верстак хочу поставить. А, как вы помните, я уже говорил, да, химлабораторию перенесу сюда. Но для этого нам нужно, опять же, до хрена металла, чтобы сделать Land Claim блок тот самый, который мы поставим там, заберем отсюда, переставим сюда. Здесь, кстати говоря, тоже потом нужно будет Claim блок поставить. Ну, мало ли, когда мы уже в свою-то постройку будем переезжать, то надо же будет все забирать. Ну ладно, это еще не скоро, поэтому такое. Так, где вот там у нас этот наш замечательный... Вот он, ключик. Скоро сами будем крафтить такие. Ну, для него, правда, нужно тоже не Forged Iron, а Forged Steel уже непосредственно. Так, лопат нам пока не надо. Давай-ка, что хотел? Я хотел лампочку эту разобрать. Эй, стоп, вот она. Чпоньк. Ну вот, 5 electric parts, что называется, да, и немножко металла. Так, с окейушки. Давайте сюда. Сюда, металл. Кстати говоря, ребят, у нас металл вот этого вот айрона именно много довольно-таки. Я поэтому подумал поводу, что мы с вами сможем сделать, в принципе, ну, чтобы ночь перебежать, пережить, вернее, да, перебегать, парапет из как раз-таки вот этих фреймов. Из этого металла. То есть просто, ну, один или два ряда, не знаю, сделаю. Это все-таки не дерево, а с деревом на самом деле проблемы. С деревом реальные проблемы. Ну, здесь просто сейчас парапетик сделаю такой, знаете. Чтобы ночью можно было спокойно по нему бегать. Только вот я думаю, может быть... нам по-любому здесь придется сносить, конечно, вот эти вот... скажем, стены, да? Потому что если мы собираемся с вами делать на ту сторону, перебрасывать огород такой большой, хороший сделать... Сверху здесь. И надо будет посчитать, сколько здесь расстояние. Примерно хотя бы пополам разделить. Столбы штуки 3, наверное, 4 поставить. А может быть даже не один, а по 2 столба. Ну посмотрим, посмотрим, сколько там есть. Чтобы главное, что-то не грохнулось вниз. Когда мы с вами будем делать. И сделать здесь тоже площадь. Площадь, наверное, каменную пока сделаю, в принципе. Глина и камень надо. Камень есть, глина, в принципе, тоже есть. Вот так вот я вот не уверен, что он не рухнет нифига.
А столбы можно будет как раз таки железные сделать. Посмотрим. И здесь все это уберем. Хотя бы, знаете, даже как сделаем. Не все стенки уберем, а только вот это уберем, соответственно, да? И там. А стенки, наоборот, даже достроим, может быть, чтобы так вот два уровня спокойно бегать. Здесь у нас еще земли уровень будет по-любому, поэтому как-то так. Ну а на ближайшую ночь, которая будет уже, собственно, получается, завтра у нас по игровому времени, да, мы должны с вами что-нибудь да, сделать такое. Кстати говоря, на самом деле, по поводу огорода можно уже и сейчас хотя бы на пол крыши здесь сделать такой вот, да, небольшой, что-нибудь да посадить. Ну ладно, это все такое. Нам изначально с вами сейчас нужно лучше фреймы наделать. Вот эти скраб фрейм, которые я имел в виду. И их просто по ободку поставить, потому что, блин, я посмотрел вот эти вот лесенки, не лесенки, а как их там называются, брас, да, по-моему, они называются. Где они там есть-то, господи, сейчас найдем с вами. Нет, не брас какой, даже подождите, как, блин, как же они называются, я забыл, представляете, из головы вылетело. Ох, так, сейчас, та-та-та-та, нет, не сюда, здесь, по-моему, они были. Где же они, где же? Тут так куча всего, что, или не здесь? Ёшки-матрёшки, где же они были-то? Ну, вот эти вот решетки, короче, вы поняли, да, которые я показывал вам, хотел ставить. Они какие-то дороговатые получаются, у нас пока не так много металла. Вот, вот, вот. А, барс, не брас, господи, берс, берс, айрон берс. Вот. У них как бы сотка металла на одну нужно, у нас металла реально, ну, что у нас тут на 12 штук хватит, ну, и что это такое? Поэтому просто на эту ночь пока не так много всего, опять же, повторюсь, да. Я поставлю просто фреймы сейчас с вами сделаем. Давайте вручную их даже ускорим фрейм. 478 их получается, но мы сделаем сколько, не знаю, 200, допустим. Они все равно пригодятся, скорее всего, нам еще. Поэтому, раз пока металл есть, будем делать просто эти фреймы сейчас. Так, я бы на самом деле еще поразбирал бы машины, с них очень хорошо вообще всего падает, абсолютно. И трубы железные, и сам металл, короче, и топливо, и куча всяких запчастей полезных. Я, кстати говоря, только бы осталось опять вспомнить ящик, куда я все складываю. Сюда, по-моему. Да, вот, насобирал еще аккумуляторов немножко. Мотор один выпал. А, вот, у нас есть еще Nailgun Receiver, на самом деле. Запчасти на наш Nailgun-чик. Давайте-ка, наверное, возьмем, улучшим его чуть-чуть. Так. Еще один Anvil есть. Ой, стрелы, надо про них не забывать, только что они у нас есть. Я, кстати, переложу их туда-туда к патронам, ко всем. Nailgun-чик, так. Wire Tool вот мы с вами нашли, тоже помните, да? Так, починить, починить. Forged Steel нужно, чтобы починить. Forged Steel, который у нас нет, потому что у нас тигелей нет ни хрена. Ну ладно, тигели надо крафтить, на самом деле, в любом случае. Так, болты у нас готовы. Что там для тигеля надо? Для тигеля надо 40. Так, а запчасти сколько у нас есть? Отлично, 19 штук есть. Так, крупка был. Камня 1200, 900 глины еще, да? 1200 камня. Так, глина есть, и камень тоже должен быть. Отлично. Ох. Я думаю, на самом деле, один пока скрафчу. Он будет 20 минут, во-первых, крафтится. А во-вторых, если мы тут с вами все равно будем цемент только делать. А всякие металлы и прочие хрени. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Дружище, тише-тише-тише-тише. Так, ну вот, теперь, блин, починить ее надо. Лизер где-то был, лизер. Лизер у нас был. Здесь, по-моему, был лизер, да? Да, лизер. Давай-ка чиним. Все. Не ломай больше никогда, пожалуйста, спасибо. Я надеюсь, не будет. Ну, случайно получилось. Так, короче, давайте сразу крафтим тогда. 17 минут ждем. Ну, а что делать? Так, вот наши фреймы замечательные крафтятся. Сейчас мы с вами сразу на крышу тоже полезем. Будем их там выставлять потихонечку. Так, я еще на Nailgun-чик хотел разобрать, да? Посмотреть, что там да как. Да, у нас части такие себе. Assemble, давайте-ка. Разберем. Так, возьмем запчасти на него. Получше сейчас немножко его сделаем. Так, а вот чтобы тебя репернуть. А, репер-кит нужен. Угу. У нас репайр китов нету. Что там для них надо, я не помню. Репайр кит. Так, нужен масло. А, ну мы, в принципе, можем их наделать. Давайте-ка, наверное, так и сделаем. Наделаем их. А еще, вообще, в принципе, можем даже... Зачем сейчас они нам нужны? В принципе, части более-менее здоровые. Нам надо только починить вот эти вот дела. Но мы сейчас на верстаке так с вами и сделаем. Просто вот так, раз. О. Что-то как-то не очень. Не-не-не, подожди, мне так не нравится. Еле-еле, да? Ну, давайте мы сейчас тогда соберем из этих запчастей и репейр-китом починим. Кстати говоря, ребят, такой тоже нюансик. Репейр-кит, по-моему, тратится, я не помню, один, по-моему, на каждую часть. Но если мы собираем целиком и чиним, то тоже тратится, по-моему, один репейр-кит, но уже на все части. То есть, как бы, понимаете, выгоднее, да, ремонтировать именно то, что собрано. Так, давайте-ка заассемблим это дело все. Пык-пык-пык-пык. 40-е качество, немного лучше, но... Ой, а что-то, подождите.
Не-не-не, не то. Так, стоп, подожди, не ту батарею я взял, вот что. Во. 85-я, ну тоже не ахти, конечно, но... Все-таки. Так. Окей, нейлганчик, нейлганчик. Давай-ка мы тебя обратно сейчас... Часть уберем. Репэр-китов можно накрафтить. Так, там нужно было масло. Масло нужно было, дактейп вот эти вот. Все вроде, да? Или нет? Репэр. Так, репэр-кит. А, еще эти клоусы, точно. Точняк, забыл про это дело. Все, сейчас репэр-китов наделаем тоже с вами. 23, давайте 20 хотя бы сделаем. Во. Ну, форжетарь у нас, конечно, уже кончается, но ничего. Все, пускай тоже потом в следующем будет крафтиться, после того, как тигель наш скрафтится. Отличненько. Давайте пока все это разложим. Дело. Туда-сюда. Так, я надеюсь, у нас... Так, у нас 6 колев есть. Надо бы еще, наверное, колю покрафтить тогда. Мне это можно вручную, в принципе, сделать. Потому что я так чувствую, сейчас и крикуни какие-нибудь прибегут к нам еще. И на ночь надо будет тоже 125. Давайте хотя бы 50 их скрафтим еще. На 1000 дерева как раз-таки. Все, после фреймов они начнут крафтиться. Отлично. Так, ну сейчас распихаю все это дело обратно. Так, разложили. Давайте-ка пока там все это дело у нас крафтится, все равно побежали на крышу. Сейчас ночь началась, особо там вокруг дома ты не побегаешь. Всякие гаврики тоже носиться будут. Надо будет нам тогда тоже этот дом немножко укрепить с вами. Ну как, хотя бы тут снести, камнем заделать, да? Дырка-то хрен с ним, с этим. Нам как бы не нужна и не мешает. Нам только по минимуму. Там только огород, в принципе, и будет. Больше ничего не будет в нем. Скорее всего, поэтому ладно. Так, окей, что я сейчас хотел сделать? Я сейчас хотел прикинуть, куда ставить эти фреймы лучше. Главное, чтобы они не упали. Если они упадут отсюда, это будет жопка. Скажу вам откровенно, как говорится. Да, так, аккуратненько, аккуратненько подходим. Так, вот я думаю, на какой уровень ставить их? Вот сюда? Или вот сюда? То есть так-то, в принципе, мы сможем бегать с вами, конечно. И сможем, если что, даже оттуда запрыгнуть сразу сюда, да, и побежать. Давайте, наверное, пока фреймы все-таки поставим на этом уровне. На вот таком вот. Прилепим их к стеночке сюда. По идее, они как раз-таки не должны не упасть, ничего. Я, а вот... Так, я хочу два ряда поставить, можно? Или лучше один? Чтобы, знаете... Да, давайте лучше один, наверное, оставим. Как говорится, от всяких случайностей подальше. Я хочу еще потом подкопнуть вот здесь вот эту горочку. Но на самом деле, во-первых, посмотреть, что там будет. Земля, скорее всего, да, обычная. Или с чем-нибудь, посмотрим. Копнем. Ну и просто и площадь здесь, во-первых, расширю немножко, да, прямую. И... Подбываем земли для того, чтобы сделать... Именно землю на крышу нам сюда. У нас сколько-то там ящики было земли, но не так много, как хотелось бы. Для огорода там будет явно маловато, поэтому... Так, вот сейчас, мне кажется, будет сложно ставить, да, вот тут вот. А, нет, нормально. Это крайне самое будет сложно ставить. Так, ну и как, если мы здесь бегаем, нормально будет, в принципе, да? Да, я думаю, нормально. Что-то я прям так сейчас ставлю, так сыкую, что оно все упадет. Потому что я когда, помню, давно играл, я как-то все строил, оно как начнет падать, ты вместе с ним, с этим падаешь совсем. Ноги себе расшибаешь, сам расшибаешься, жуть. Ну, в принципе, конечно, тут рядом с домом, ничего страшного, как бы, но... Здоровье тоже, знаете, не хотелось бы терять. Оно не лишнее, поэтому ладно. Поэтому надо аккуратненько все строить, не падать. Ну, один-то ряд точно не упадет. Ничего с ним не сделается. И, кстати говоря, таким образом мы еще защитим себя, как я уже говорил, от тех ползунков, которые на четвереньках ползают, что они не смогут к нам сюда забраться. Так, давайте-ка аккуратненько сейчас выходим. О-о-о. Колышки очень, на самом деле, угрожающе выглядят. Раз... Раз, давайте, вот, отлично. Ну, я сейчас вокруг дома что-то расставлю. Делаю, и потом глянем, сколько у нас там земли. Землю, наверное, сразу тогда переработаем. Вот, как там, в лесную землю. Ну, или в какую-нибудь там травяную землю, без разницы. И сколько-то нибудь, да, поставим здесь. Наверное, грядочки какие-нибудь. Парочку хотя бы сделаю с чем-нибудь. Что там нам, нам нужно в первую очередь посадить. Ну, грибы какие-нибудь посажу, еще что-нибудь такое, да. Чтоб потом рогушки всякие делать. А, вот, картошку можно будет посадить. Ну, и всякого-всякого. Слушайте, не как я рад, на самом деле, что у нас каска-то есть, прям ну, реально все видно. Все хорошо видно. Хоть, конечно, может, радиус не очень большой, но, блин, зашибись. Все как надо, в принципе. Я вот что-то не очень понимаю, где эти. Не, я, конечно, не жалуюсь, вы не поймите. Не подумайте, вернее, что крикуни нет. Но странно, у нас там все горит, работает. А их что-то и след просто. Ну и хорошо, пускай они лучше не идут. Мы хоть с вами нормально здесь все это дело закончим делать. Так, ну все, я вроде бы доставил. Ну так вот по кругу сделаем, наверное, один ряд. Все-таки думаю, если что, будем сюда запрыгивать, отсюда тоже стрелять можно. Но. Блин, единственное, что лучше, конечно, сюда спускаться, потому что вот то, что будет застревать на колях, их лучше обстреливать, иначе они так и будут ломиться к нам. Но это не есть хорошо вообще. Совсем не есть хорошо. Ну ладно, надеюсь, что все будет нормально. Надеюсь, мы переживем. Так, лучше бы, конечно, тогда убрать этот парапет, на самом деле. Но, черт подери, его очень долго. Он по 3000, это же как бы получается этот цемент, да, застывший. Бетон.
Нет, что цемент застывший. Вот, и по 3000 колупать, это вообще жесть. Такой киркой. Да, но на посадке, конечно, убирает за раз 30 ударов на один блок, но это долго. Хотя, с другой стороны, что у нас сейчас ночь длинная, да, что нам еще делать? Можно будет, в принципе, и убрать тогда. Так, вот только ящик, блин. Надо ящик сюда переставить, туда хотя бы. Давайте вот сейчас сделаем ящик один себе еще. Ох, так. Что-то все из головы повылетало, как все называется. Так, вот этот... А, у нас дерева нет, точно. Точно, я забыл дерево. Я же все выложил. Все по полочкам разложил. Давайте дерево пока соберем с собой. Так. Ящик один сделаем. Так, я думаю, там еще ничего не скрафтилось у нас, да? Ну да, еще 8 минут с лишним. Окей. Ну ладно, мы как говорил ранее, мы не торопимся, поэтому норм. Так, потом отсюда, конечно, надо будет тоже куда-нибудь его прибрать. Но пока сюда поставим, ничего страшного. И нам надо сейчас отсюда все вот это переложить просто вот сюда. Все семечки, все эти растения, которые у нас есть. Надо еще, кстати говоря, подумать, где надо будет деревья сажать тоже. Чтобы нам далеко постоянно не бегать, чтобы они здесь рядом росли. Посмотрим, может тут нормально посадятся они, в принципе. Вот, опять же, выровню лопаты, да? Может быть, реально для деревьев еще рассаду какую-нибудь сделаю здесь. Посмотрим, будут ли они там вообще расти. Цветочка, мне кукурузка растет, желтенькие цветочки пособирать надо. Хотя здесь деревья сейчас тут же, блин, сухой биом, не знаю. Ну, посмотрим. Просто на крышу-то уж точно их сажать не надо. Очень много места они будут занимать там. Они, по-моему, через каждые 3 клетки их можно только сажать. Если я не ошибаюсь. Так, давай-ка мы подбираем тебя. Нет, я говорю, подбираем тебя. Подбираем тебя. Здесь становится опять черный пол невидимый. И я просто тоже хочу пониже спустить, если мы сейчас с вами будем это все дело монстрячить, как говорится, да? Давай сюда тебя. И вот с этого края тоже один поставим куда-нибудь. Вот так вот здесь. Все, пускай это горят, так мы их точно не снесем. Ящик нам нафиг не нужен. РС. Сломаем. Да, блин, топорики, конечно, хотелось бы уже делать именно не железные, а стальные. Но, опять же, сейчас тигель пока скрафтится. Потом, блин, на Forged Steel, на сталь нужно очень много ресурсов тоже. Поэтому пока так с этими побегаем, ничего страшного. Ну и будем, конечно, качать 60 уровень, чтобы... Так, это у нас моментально ящики не пустые, чтобы, собственно... Можно было крафтить лучшие вещи, что называется. Так, ну я бы все равно, конечно, репернул бы тебя. Репернул бы Forged Steel нужен, блин. Все упирается в этот Forged Steel. Так, может пока поедим, что у нас там по голоду. По холоду, да, давайте. Блин, я обожаю вот этот бекон с яйцами. Он реально чуть ли не за каждый раз поднимает нам уровень. Один съел, и у тебя уже плюс один. Ну, опять один съел, зашибись, слушайте, класс. Так, я еще, знаете, что подумал? Я подумал, что нам дома неплохо бы иметь какой-то источник воды более-менее постоянно, чтобы, опять же, тоже постоянно для тех источников не бегать. Я про башни имею в виду напорные. Куда-нибудь, наверное, вот сюда можно. В принципе, здесь у нас место никак не использовано, да? Или здесь сделать. Или можно один здесь вообще... О, слушайте, давайте-ка мы здесь несем. Вот, и тут, как у нас получается сейчас? Раз, два... Блин, холодильник тоже мешается, да, немножко, раз, два. Если 4 делать такое. Типа, знаете, как просто ванну сделаем и туда ведрами воды наплескаем. Потому что за одно ведро можно 500 банок скрафтить сразу пустых. Херак, один раз забрал, и у тебя уже 500 банок с водой считай есть. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим тоже. Блин, холодильник, конечно, не хотел разбирать, но, с другой стороны, хрен-то с ним. Он нам как бы особо роли-то не играет. Лучше реально такую штуку замутить. Но сделаем, посмотрим. Так, что у нас, в принципе, что мы сейчас можем с вами еще сделать? Нам бы, конечно, неплохо сейчас с вами вниз спуститься и посмотреть, посчитать все-таки расстояние, поставить даже можно железные блоки, я думаю, да? Железные колонны если сделаем. Или каменные лучше сделать. Куда железо это девать? Железо тоже, блин. Ладно, я тогда, знаете, что сейчас пока делаю? Пока ночь, я все-таки займусь тем, что раздолбаю парапеты вот эти. Вот этот, по крайней мере, точно раздолбаю. Вот тут, не знаю, может оставить. Тут нам, в принципе, стенки сгодятся. И так, нам тут, сюда ничего делать не надо. Да, нам надо убрать тогда с вами вот этот парапет. Этот раздолбывать я не буду тогда, скорее всего. Хотя, с другой стороны, блин, удобнее без него, на самом деле. Удобнее без него. Если что, завсегда его можно будет вернуть и поставить обратно. Поэтому, да, я, наверное, сейчас уберу его все-таки. Хотя бы вот эту часть. Там дальше посмотрим уже. А, ну да, пока убираю. Сейчас возьму... У нас вот 567 земли есть. Я из нее начну делать вот, собственно, почву, чтобы можно было посадить чего-нибудь. Так, как у нас 47 всего лишь получится. Ну, немного, конечно. Поэтому я говорю, что нужно копать.
Нужно копать. Ну, пускай пока делается. Все равно ничего, никакого крафта у нас не стоит. Чтобы, как говорится, не пропадал. Так, мне послышалось, я надеюсь. Ладно. Неважно. Не будем обращать внимания. Нет, все-таки мне не послышалось. Кто-то идет, ломает нам эти. Коли наши. Вот. Опять целая, что ли, стопка пришла у вас? Да ёпарасоте, вы чё? Откуда вы взялись-то вообще, непонятно, как-то странно. Ну, это какие-то такие, знаете. Раз, два, три, четыре, компашка пришла у нас, да? Ну-ка, пойдем посмотрим, что они там оставили тогда. Эти, надо запрыгнуть. Поглядим. Так, топор есть, у нас лук еще есть. Заряжен стрелами, заряжен, отлично. Все, погнали туда вниз. Поглядим, что говорит. А, нет, стой, нахера мне вниз, здесь выход-то. Здесь же выход у нас. Так, тук-тук-тук, здрасте. Больше нет, надеюсь, никого. Но если что, нас Коля защитят, как бы. У нас еще полтинник есть, давайте сюда их выставим. Так, а дерево у нас с собой есть? Есть. Если что, починим. Отлично. Но на самом деле они такие жесткие довольно, эти зомбари, в том плане, что они Коля так нехило нам ломают. Коля они нам ломают нехило. То есть, как бы, ночью это будет вообще задница. Сапожки. Сапожки, у тебя что? О, хлеб. Слушай, далеко прорвался, гад. Ой, нас починить нечем, ну, ладно. Ключом. Не будем возвращаться уже домой тогда. Так, раз. Вот видите, постоянно нужны Коли. Чтобы был какой-то запас хотя бы, иначе они могут пригодиться, а у вас их не будет. И будет неприятненько. Так, давай-ка. Эть, все. Так, ну, вроде все. Раз уж мы внизу пока что, будем, конечно, подсикивать немножечко. Ну ладно, по сторонам главное смотреть. Сколько же здесь у нас получается? Раз, два, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 и плюс 3, еще 12 получается клеток, да? Я думаю, что один столб можно поставить. Один столб, и здесь раз, два, три, наверное. Если не сначала еще делать его, то есть, допустим, здесь отступить сколько-то. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустим, вот здесь, да? Ну, мы вкопаем еще, конечно, один блок туда вниз. Так, и сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, ну подождите, давайте-ка еще здесь тогда сейчас сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Так, сюда, да? Оп, вот так вот. А, ну в принципе, сколько здесь получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Давайте, знаете, даже как-то вот здесь поставим тогда, я думаю. Так я должен, ну, думаю, выдержать все это дело. Вот так, если поставить здесь столбы такие, да? И там сделать уже тогда крышу. Ну да, я думаю, так можно. Так, у нас лопата с собой есть, если что? Лопата есть. Так, ну кирка пока не нужна. Давайте-ка, наверное, сразу сейчас пока и выкопаем. Блин, ночью, конечно, стрёмно. Днем-то хрен с ним, они хотя бы ходят. Сейчас как ночью цапнет за одно место. Так, раз, два, три, четыре, пять. Может, еще немножко поближе сюда к краю их поставить? Давайте, наверное, так и сделаем, что у него прям такое ощущение, что нужно сделать лучше вот так. Так, сколько у нас тогда получается здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Я надеюсь, что выдержит, слушайте. Реально очень надеюсь, что выдержит. У тебя, блин, такие довольно-таки большие получается расстояния. Опасно. Может, собственный вес-то и не выдержать. Ну ладно, посмотрим. Поживем, увидим, как говорится. Упадем, так упадем, ничего не поделаешь. Так, давайте копнем здесь. Так, тут у нас земля получается. А, ну земля, отлично, слушайте. То, что нам надо. Или каменные сразу блоки поставить. Ладно, пока эту отметку просто поставлю железными блоками. А потом, да, вернусь сюда и здесь каменный поставлю. Надо было из дома брать. Ну ладно, я что-то не рассчитывал, что сейчас мы с вами что-то здесь будем такое делать. Так, раз, просто пока отметим, чтобы молодец тут если бежал, то не начали ломать тут землю. Так, раз. Раз. Все, сейчас надо домой за камнем сбегать. Нам с вами тогда. Так, камушек, камушек, камушек. Он у нас, по-моему, здесь лежал. 90 осталось. Так, а блоков что ли нету этих у нас? Походу нет. Это жаль. Это очень жаль. Так, что у нас там, печки опять не горят? Все. А, конечно, все. Дерево капец улетает, просто вообще не могу. Рубишь, рубишь его, рубишь, рубишь. Давайте опять на 10 минуточек зажжем. Так, сейчас, конечно, нам еще не хватало, чтобы пока и кухня к нам приперлась. Ну ладно.
Будем еще на страже, как говорится. Так, давайте. Да, ночь, конечно, не самое лучшее время для того, чтобы что-то делать во дворе там. Лучше все-таки крышей заняться бы. Ну ладно, раз пока мысль, как говорится, есть, да? Пока мысль есть, пока не потеряли ее. Так, флекстон блок. Три штуки. Чего? Ой, я думаю, что за фигня. Чего ты не крафтишься? Так, рецепт флекстон блок. Три штуки сделаем. Пока просто там отметим, что называется, заложим фундамент и закрепим их. Закрепим их мы при помощи, конечно же, нашего любимого вот этого. Так, пока иди сюда, тогда вот так вот. Все. Погнали во двор. Надеюсь, там сейчас никто не сожрет нас. Час ночи уже практически, кстати говоря. Одни-то гаврики уже пришли к нам в гости. Ладно, погнали, что там. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Все равно. Так, где там эти флагстоуны наши? Сюда их поставим пока что. Оп, давай, хряпс. Сейчас поставим и укрепим их тогда сразу. А потом их можно будет, если что, и до бетона сделать. Раз. Два. Все попрочнее будет, знаете ли. А дальше вот можно уже железные, в принципе, поставить будет. Либо также из флагстоуна сделать. Но у нас пока камень и... Что там надо? Камень и глина, да? Ну нет, все, в принципе, можно скрафтить, конечно. Есть у нас все это есть дома. Но пока я не знаю. Пока, наверное, лучше железка заставлю. Посмотрим, короче говоря. Так, сколько у нас там камня? Сейчас надо глянуть. А, ну глины, в принципе, достаточно. Вот с глиной беды нет. Ее копаешь в карьере, ее вообще до хрена. Камень, в принципе, тоже есть. Так, ладно. Тогда сейчас смотрим с вами. Сколько надо? А, по одному, да? Тогда я думаю, что мы с вами, да, сделаем пятихаточку. Или поменьше. 300. Давайте 200 сделаем, короче говоря. А, там, по-моему, вот Cobblestone Rocks, да, мы делаем 200. И потом делим на 3, потому что на один блок уходит 3 таких. То есть, допустим, сколько? Давайте 210 сделаем тогда. А, у нас же еще есть все 200. 200, 200, 200. Даже можно 180. Хотя нет, нам же, блин, тьфу, нам же потом еще заделывать им надо. Ладно, все, 300. 300 делаем, но только потом не весь его тратим, естественно, с вами. Так, ну что, тут скрафтилось уже? Да, отлично, репер-киты крафтятся. И наша, наконец-таки, эта штуковина. Тигель наш скрафтился, отлично. Зашибись. Все, ребят, теперь мы с вами Forged Steel можем делать только так, да? Было бы, как говорится, это самое. Так, давай-ка вот так тогда сделаем себе. О, побыстрее будет все же. Все побыстрее будет. Так, ну что, я думаю, мы закажем немножечко тогда Forged Steel. Стали вот этой вот самой, да? Ух, наборчик будет этих еще найти. Ключей. Сколько мы сможем сейчас сделать? Пока 89. Неплохо. 89 мы, конечно, делать не будем. У нас там... Давайте 9 хотя бы пока скрафтим. Пускай крафтится. 9. И мы с вами сможем, во-первых, починить наш ключ. Сколько там на новый нужно? Нормальный. Может, сразу туда сделаем его. Сейчас так. В рейндж. 12. Ну, давайте 12. Тогда знаешь как? 9 крафтим. Еще давай десяточку так сделаем. Еще 10. Все. Так, это 2,5 минуты. Да, тут как раз-таки время хватает. Отлично. Все, замечательно, слушайте. Прям-таки шикарно. Сейчас заживем с вами, что называется. Так, кстати говоря, у нас скрафтилась же эта земелька. Давайте пойдемте на крышу, раскидаем ее пока. Суть до дела. Так, ну, начнем, наверное, отсюда. Тогда, я думаю, да, первый ряд. Потом один пропустим, наверное, да? Да, я, знаете, как я сделал? Я сейчас ряд поставлю, один пропущу, ряд поставлю, один пропущу, ряд поставлю, один пропущу. Так будет правильно. То есть так будет гораздо удобнее, там ничего перемешиваться не будет. А между ними мы поставим, да, допустим, те же блоки хотя бы. У нас сейчас много железных блоков, их поставим. Потом, может быть, на деревяшку там заменить или на камень даже, без разницы, в принципе. Так что давайте сейчас вот таким вот макарчиком мы здесь... Так, конечно, такая сегрядка получается, как треугольная. Непонятно что. Ну ладно. Ой, щит, блин, не туда поставил. Вот отстой. Ладно, сейчас копнем тебя. Обратно. Обратно на ресурсы разберем. Во, вот так вот, смотрите. Давайте, знаете, чтобы даже таких ошибок не допускать, вернее, сейчас мы сначала с вами тогда разметим блоками. Все это дело вот так вот, да? Ничего страшного, что это будет как-то весьма странно смотреться. Абсолютно ничего. Ну, вот таким образом, хотя бы несколько грядок мы сейчас с вами сможем даже засадить уже, в принципе. Так, я факел отсюда уберу, он, в принципе, здесь как бы не нужен. Мы эту стенку, если убирать не будем, то спокойно можем повесить его и сюда. Чего там страшного абсолютно нету. Так, вот тут, конечно, да, там мы разрушим. И вот таким образом, сейчас сколько здесь еще получается, еще можно одну здесь.
Так, стой, подожди, здесь нету. Во, как раз, слушайте, вообще прям подгадали, как. А, ну тут люк так-то и был, значит, не мы подгадали, ну ничего. Так, вот, хорошо. Все, сейчас так сделаем. Даже можно будет, знаете, что сделать? Я думаю, может быть, повыше люк поднять сюда. Хотя, с другой стороны, нафига. Мы же будем вылезать сюда, получается, да? Ну, тут такую зону оставим просто, да и все, не будем засаживать ее, допустим. Ладно, так. Сколько у нас тут грядок получается уже? Раз, раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три, четыре. Ну да, давай сейчас землю сюда засадим. Тогда. Надеюсь, хватит. Надеюсь, что да. Вот как-то так, конечно, может, выглядит, будет не очень сейчас классно. Но так или иначе. Потом сделаем, когда нормально, вообще будет красотень. Когда все это доделаем. А так, пока мы в начале пути. И так, как говорится, сойдет, да? Так, раз, раз. Раз, раз. Все, огонь. Огончик практически. Немножко, конечно, бежишь такой по ребристой поверхности. Так, что мы сажать сначала с вами будем? Давайте картошку посадим. Я хочу картошку посадить. Картошка, кукуруза, с юком. А, грибы. Грибы, 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 картошка. Так, давайте вот так вот. Кофе можно, кстати говоря, ягодки. Ой, нам все нужно на самом деле сажать. Так, кофе посадим тоже. Сколько там поместится, давайте. Кукурузка, хризантемы, ягоды. Так, из этого чай можно делать, из этого тоже можно чай делать. Кстати, а у нас что нету? Подожди. А, нет, это как раз таки и есть те самые. Ладно, погнали. Пока так засадим сейчас. Так, тут у нас картоха будет. А, не-не-не, стой, стой, стой. Ой, блин, зарядно посадил. У нас же это. Мы ж тяпкой-то не возделали землю. Ед, дрить ты налево. Тоже мне эти. Ох, так. Нам тяпка ж нужна. У нас есть тяпка? У нас, по-моему, тяпок нет. Или есть? А куда я дел, которые были? Я не помню, сейчас посмотрим, ребят. Иначе, если не возделаем землю, там без толку будем сажать и одну, как бы, семечку получать. Ну, как бы, такое, знаете, просто так посадили. Так, тяпок, кажись, нет у нас. Может, в оружии где-нибудь лежит. Тяпка, тяпка, нет, тебя тут нету. Точно нету. Да, слушайте, надо крафтить тяпку тогда. Ну ладно, сейчас крафтим. Поставил, пока крафтится еще полтинничек айрона, форджет айрона, потому что у нас, как бы, оказалось, уже нет, три штуки же совсем. Нам даже тяпку не скрафтить. Так, сейчас надо добавить тогда немножко огонька сюда. Сколько там, три, ну, четыре минутки добавим. Как раз таки еще переплавится, может быть. Все, сейчас ждем, пока это скрафтится тогда, и делаем тяпку, и идем возделываем землю. Ну, как раз таки, слушайте, вот ночь с пользой провелись нормально, хотя бы, да, там построили то все, 5-10 и так далее. Так, ну ладно, пока нам все это дело крафт. А, стоп, а где у нас? Ну, конечно же, я кирку выложил, думаю, зачем мне сейчас кирка? Так, давайте-ка. Лопата сейчас не надо, все, побежали, пока подолбаю немножко эти стеночки тогда. Так, я еще какой-то, кое-какой, вернее, момент не учел. Там, если грядки здесь, значит, нам надо будет разламывать вот это и опускать на один уровень. Главное, вот это не забыть сделать и не начать заделывать случайно. Ну ладно, я надеюсь, что я все-таки взгляну сюда, как я сейчас сделал, и пойму, что что-то здесь не так. Надо будет разломать еще здесь тогда, да? И уровень тогда платформы не вот этот вот, а еще на одну клеточку ниже, получается, он должен быть. То есть, как раз где-то вот на этом уровне будет платформа. Ну, как потолок у нас идет, так и здесь. Тут уже, блин, травой все поросло. Пока это самое, сорняки выросли. Пока мы тут с вами болтали и все что-то делали. Так, да, надо будет об этом не забыть. Ну ладно, продолжаем. Так, пока мы тут с вами ковыряемся, давайте-ка сбегаем, проверим. Блин, травы, конечно, поросло. Проверим, что-то у нас с железом. Сейчас, чтобы время не терять, мы с вами сразу тогда. Так, 19 этого, это есть. Все, можно здесь поставить. Пока что крафтится причиндал, если необходимо. Нам нужна тяпка. И я хотел что-то скрафтить, еще что хотел. Так, стойте, тяпку точно хотел. Крафтишь, пускай крафтится пока что. И что-то я... Зачем я же крафтил Forged Steel? А, новый сделать вренч. Новый вренч сделать точно, да? Правильно же? Правильно. Только для этого нужны еще части механические. Сейчас мы возьмем. И потом этим ключом просто весь город разберем нафиг. Крафт. Все. Зашибись. Вот, отличненько. Скрафтим сейчас. 300-го качества нормальный ключик у нас будет с вами хотя бы. А... Еще один ключ, который у нас лежит здесь, мы с вами сможем тогда использовать для верстака, собственно. Еще одного, да? Так, положим, наверное, тогда тебя пока что куда? К остальным инструментам. Наверное, я так подозреваю, да? Так, стойте, подождите.
Я же здесь делал отдельно все это дело. Вот, сюда тебя положим, короче. Главное, забудь, что ты у нас здесь лежишь. Все, хорошо. И продолжаем, собственно, пока там суть до дела. Побежали обратно на крышу. Будем врываться дальше в это бетонное царство. К нам опять сбежала какая-то гадость. Я вот слышу, как она ломает на нашей коле застранская мерзость. Так вот, где она? А, ну вот. Вот, собственно, и крикуни, да? Типа, ждали-ждали, вот она и пришла. Ладно, хрен с тобой, пускай валяется. Не буду к ней бежать пока что. Нам вот осталось буквально еще здесь сколько? Раз, два, три, да, блока разломать. И сейчас посмотрим, о чем скрафтилось у нас по этому. По пузам по нашим, которые мы заказывали. Ну и будем, собственно, действовать дальше. Ура! Товарищи, ура! Меня наконец-таки доломал. Это, наверное, тоже ломать не буду. Смысла в этом никакого нету, в принципе. Нам тут не мешается. Так, ладненько, погнали тогда сейчас заглянем. В принципе, уже почти 4 утра, уже скоро утро будет. Отлично, все перестанут эти гаврики бегать. Так, что я хотел? А, еще знаете, что я подумал? Я здесь все-таки застрою. Сделаю люк повыше этот, только главное, когда мы будем выбегать, чтобы мне это не дропнуться вниз. Вот здесь застрою камнем тоже вот так вот, тук-тук-тук-тук, обложу. И люк сделаю на этом уровне. Ну, чтобы просто выбегать сразу наверх. Так. Слушайте, у меня то ли глюки реально, то ли опять кто-то к нам прибежал. А, наверное, эта штука, наверное, лопнула, которая на колях у нас лежала. Вроде больше все нормально, да? Больше нигде ничего не вижу. Ладно. Так, ладно, погнали к этому, к станку. К верстаку, к нашему. Так, да, вот тяпочка наша. Вот отлично, наш вренчик 300. Зашибись. Все, у нас, собственно, с вами можно коптить огороды, разбирать весь город целиком и полностью. Этим мы с вами, наверное, и займемся, но уже только в следующей серии. И да, сейчас раз так утро, мы с вами в следующей серии, наверное, отправимся еще полутаем что-нибудь. Ну, посмотрим, подумаем, тут тоже построим. На этом пока что все, ребятки, закончим серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. И увидимся, как всегда, в следующей серии. До скорого и пока-пока.